الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Аль-бак благие деяния, благие дела нашей молитвы, закат, пост, набожность, в наших молитвах это теуфику мин Аллах, успех от Аллаха субханватиаля. Уал-хидая и прямой путь, то, что мы с вами нашли, Аллах указал его нам, это нурун, яквиф Аллаху фикальбихма есть, это нур, свет, который Аллах субханватиаля сылает в сердце, посылает в сердце своих рабов, кому пожелает. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اي тот кому Аллах не дас света тому кого кому Аллах не даст نور не даст свет то этот человек останется без света никто помимо Аллаха سبحانه وتعالى не сможет осветить его قال اهل العلم учёные говорят لو حجبت نور نور الله عز وجل عن اهل الجنه لنرتاح فيها الساعه если даже для обитателей рая Нур Аллаха, свет Аллаха, Аллах остановит его. В раю, даже будучи в раю, обитать рая один час не смогут насладиться. <зывы> а если Суханхуатья дал бы свой свет Нур обитателям Ада, они бы забыли бы о наказании Ада. <зывы> а тот, кому Аллах не даст свой свет, у этого человека не будет света.

Каждый раб Аллаха освещает сам же по милости Аллаха своими деяниями, свою могилу перед тем, как Он ляжет в нее. Также Нур Аллаха в судный день, когда Аллах Субхану сказал, Ва на адрака на что вам дано знать, что такое судный день, величие судного дня. Яумл ахир последний день. Почему называется последним днем? Потому что ла яума шабиим инджинсиги абада баадам То есть нету, не было и не будет подобно, на, похоже ни одного дня на судный день. Всевышний Аллах субхану瓦та'алья говорит ида шамсукум уяратва идан нуджумун кадарат. Когда Аллах все уничтожит, свернутся облака небеса, Аллах субхану瓦та'алья уничтожит солнце, луну, все. Задается вопрос: откуда будет нур? Откуда люди будут видеть нур? بوذيت نور الله سبحانه وتعالى يستس في النور وأشرقت الأرض بنور ربها زاسفيتي سيتزم لا محشر سود نور الله سبحانه وتعالى الله نس سورة النور يس سورة كتورين سبيت سبيت سورة Всевышний الله سبحانه وتعالى كباريت الله نور السماوات والأرض الله سبيت نبيس إزمله الله أسفشاية نبيس إزمله نور سبحانه وتعالى После этого Аллах уподобил и сказал нам, как же может влиять нур Аллаха на сердце верующего. Подобно нуру Аллаха, свет Аллаха, Ибн Аббас, Радаллаху Айну сказал, Фи садри в сердце верующего подобно ниша. Ниша, то есть имеется в виду отверстие какое-то в стене, но не сквозное.

Опять же, аль улама говорят, ученые, Баду нуджум». Поистине ангелы смотрят на сердца рабов Аллаха, подобно тому, как жители этой земли. Люди смотрят на звезды, сияющие звезды. Всевышний Аллах, Сухану сказал, сердце верующего это ниша, в этой нише светильник. Сам светильник находится под стеклом, само стекло сияет, как сильная-сильная сияющая звезда. Она загорается от Шаджарати Мубарака, от благодатного дерева Зайтуна, оливкового дерева. Это оливковое дерево ля и Не восточное, не западное. Опять же, если посмотреть, оливки ни на востоке, ни на западе растут. И также, когда Сахабы читали этот ая, понимали то, что шарк, там, где находились э э персы, которые поклонялись огню гарб, это рибелине, которые предали Аллаху Субхану Аталясу товарищи. Это дерево не западное, не, не, восточное, не западное. После этого Субхану Аталя сказал, Якеду юды, улам Этот масло, которое выходит из этого оливкового дерева, вот-вот оно загорится, даже если не, соприкоснется с огнем. Я юды, юды. Может загореться, но однако не загорается. Это все то, что само масло, это инсан. Это это по природе каждый человек юля аля фитра. Юляду аля фитра Каждый человек, каждый ребенок рождается на, по природе верующим мусульманином. Вот это масло, о котором говорит Всевышний Аллах, это природа каждого человека. Мисбах именно светильник аятуллахи лбайинат аля кальби Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалям. Сам светильник – это знамение аяты, которые Аллах не спасал на сердце пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Сейчас есть два сабабан. Две причины, чтобы засветилось. Первое – это зейт, это масло, которое без светильника не загорается. Второе – это сам светильник. Когда вместе это смешивается фитратуль инсан, природа человека. И аят, который человек читает, Коран, намаз, благие деяния, которые делают, следует иктида бин Наби, следует за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи Когда это вместе смешивается, начинает сердце его освещаться нуром Аллаха, субханаху ата'аля. Нуру на аля нур. Аллах, субханаху говорит, свет на свет. Как только мы сказали с вами, ла иляха илля засветилось, как мы читаем намаз, еще свет сверху света, Читаем закат, даем закат, еще засветелось наши сердца засветились. Когда мы хорошо относимся к родителям, в ней высокомерно себя ведем, проявляем набожность, нуру на аля нур, нуру на аля нур, свет на свет, свет на свет. И после этого Аллах субхану ва сказал, калима, сказал слова, которые каждый из нас должен благодарить Аллаху субхану ва за это. Я ли К своему нуру Аллах приводит.

ничего невозможно достичь в этой жизни, ничего без Аллаха. А как же люди хотят достичь Аллаха без Аллаха? Субханаллах. Какой-то великий профессор на Западе или на Востоке, известный, люди с ним много советуются, записываются к нему на прием за год, за полгода. Он преподает, у него красноречие, Вокруг него собираются телевизионные каналы, каждый в очередь стоит, чтобы взять у него интервью. О нем пишут в интернете, в газетах. И из богатства, которое в этой жизни у него много, но однако у него нету из нур Аллаха даже чуть-чуть. Это для того, чтобы мы с вами берегли нашу религию. Для того, чтобы восхваляли Всевышнего Аллаха Субхану за этот нур, который он нам с вами дал, уважаемые братья. Где находится нур? В следующем аяте, Субханутиаля, сказал: Фибу Ютин. В домах, в мечетях. Уважаемые братья, сейчас мы находимся среди нура Аллаха в мечети, в доме Аллаха. Те, кто внутри, те, кто на улице, в доме Аллаха, Субхану Ватиаля. Поэтому не отчаивайтесь, что сейчас вы оставили какую-то сделку и пришли сюда. Это лучше, чем сделка, любая сделка. Это лучше, чем то, что вы оставили в своих домах, сейчас пришли, дабы получить Нур Всевышнего Аллаха, Субханутиаля. كساتل نيفيروش الله سبحانه وتعالى جوارد يقول سيرتا: "أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها". كساتل نيفيروش تشالابيكا أنو بادوبنا جلوبيني إتيمناطي آكيانا. تو سام آكيان طبقات. سلايي. نجسلوين آكيان. إتا نو تري تيمنا. سكارز بسبابيك إتا поверх этой волны другая волна. Свыше этого тучи. То есть темнота. Аллах так описал сердце неверующего. Ба ба темнота сверх темноты. Если здесь нур, аля нур, свет на свет, то здесь темнота на темнота. Опять же, проверьте, положите, например, любую маленькую вещь в стакан, и вот так сбалдухните, посчитайте стакан, вы не увидите там ничего. Маленькие волны. То есть вот так вот она, в темноте его сердца. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور توت الله не даст свет этому человеку никто не даст свет мунафика, лицемера, مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون الله سبحانه وتعالى كاساتل иногда Аллах Субхану говорит, уподобил их мунафиков лицемера подобно тому, который разжег костер, огонь. Вокруг него есть свет. И когда он пошел, после этого он сразу же тушится этот пожар, этот, этот костер, этот огонь. Поэтому Аллах Субхану говорит, то есть чуть-чуть он загорается, его нур, и тут же тухнет. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ غلوه يسليبين من لن يرجعوا عن لن يستطيعوا العودة إلى الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى هذا القيامه يوم الحساب الله سبحانه وتعالى في سوره الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبائمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك هو الفوز العظيم صدني دين الله <سؤالية> سبحانه وتعالى تي اوفيديش верующих мужчин и верующих женщин на мосту ас-сират это последняя стадия после этого кто-то зайдёт джанна кто-то упадёт в ад وتعالى Аллах субханаху ва тааля чтобы мы все быстро прошли сират и вернулись к Аллаху Их нур будет перед ними и с правой стороны. Почему с правой стороны? Некоторые ахлюль айм говорит ахлюль ямин. То есть им дадут руку в, э, книгу в правую руку, справа них. Их китаб, их книга, нур. Аллах, субхану ва скажет, И вот этот нур у каждого будет разный. Некоторые атары говорится, у, у некоторых из рабов Аллаха верующих нур будет من المدينة إلى صنعاء Такой нур, который освещает дорогу от медины, лучезарной, до города сана, до Йемена. а у кого-то будет нур, даже он не сможет увидеть, куда ногу поставить на сират. Это опять же, через что дается нур? Через поклонение, через любовь по отношению к Аллаху, через Сабр, через молитвы как только мы идем сюда на молитву, чтобы почитать, альхамдуля, нур наш увеличился. Как мы сделали благое дело, нур наш увеличился. Сказали хорошее слово брату, нур увеличился. Ушли от разговоров, ушли от разногласий, от каких-то там внизгод, э, внезгод. Нур наш увеличился. Ну как мы грешим, нур наш утухает и меньше становится. Бушаракум ульяум. Аллах Субхантеля скажет ангелы, радуйтесь сегодня. Представляете, если брат... Аллах, -ля, каждая наша молитва, Утром, когда мы просыпаемся, оставляем свою постель, оставляем свою семью, поминаем Аллаха Когда едем на Хадж, когда расстаемся с тем, что мы любим, даем ради Аллаха И плод мы видим в судный день, когда скажет, радуйтесь сегодня, радуйтесь сегодня. Рай, под которым будут течь реки. Это великая победа. После этого Всевышний Субхану Ва сказал мунафикуна والмуна... мунафикату На этом же сирате верующие пройдут вперед. Мунафики, лицемеры, неверующие не смогут пройти, сразу упадут в ад, их выкинут. Лицемеры, как только станут на мост, нур тут же их потушится. Тут же их нур потушится, и они увидят впереди верующих и скажут «Унзуруна». «Унзуруна» есть два тавсира. Первый – Амилюна, то есть подождите нас, так не спешите. Мы чуть-чуть позаимствуем из вашего света, из вашего нора. Другой же там сир ундуруна, ай ундуру илейна. Повернитесь в нашу сторону, посмотрите на нас. Ученые говорят, почему посмотрите на нас? Из-за того света поклонения, который оказалось на их ликах, на их лицах из-за поклонения Всевышнего Аллаха. Мы возьмем чуть-чуть из ваших лиц для нас. Чуть-чуть позаимствуем. Верующие скажут, есть тавсир, то, что ангелы скажут им, но арджах более достоверно, то, что эти верующие скажут, возвращайтесь назад. И там позаимствуйте свет. То есть возвращайтесь в дунья. Этот нур, по милости Аллаха, из-за наших дел нам Аллах дал. Идите, возвращайтесь, заработайте себе нур. Но будут прекрасно понимать, что, что возврата уже нету. И в этот момент верующие напугаются в этот момент верующие напугаются. Почему? Потому что увидят, это уже в сурате тахрим Всевышний Аллах Субхану об этом говорит. «Калю Раббана нурана». «О Аллах, усовершенствуй наш нур, дай нам свет, дабы дойти, да пройти сират и зайти в рай». Когда они увидят, что у мунафиков, у лицемеров был свет, и он угас, тоже напугаются, что их нур угаснет. Но однако Аллах не позволит, их нур доведет их до рая. <говорот> и Всевышний Аллах сказал, что между ними разделить Всевышний Аллах некой стеной или забором, в которой будет дверь. <говорот> <говорот> <windows> внутри этой двери, то есть стороны верующих, будет милость, милость рая, нур, который они обрели. А внешняя сторона, то есть сторона мунафиков, наказание и темнота тех грехов и тех действий, которые они делали. Уважаемые братья, если мы сможем с вами осознать это, прочувствовать, то мы должны чрезмерно благодарить Всевышнего Аллаха Субхану за это и стремиться к нуру Аллаха Субхану и не размениваться на какие-то мелкие делишки, которые нас отдаляют от Аллаха Субхану Именно проявлять сабр в том или иной ситуации, стремиться к довольству Аллаху Субхану Тааля, не смотреть на довольствие людей, что о нас скажут люди. У людей, у всех, все по-разному думают. Но мы должны стремиться к довольству Аллаха. Что о нас думает Аллах, Субхану Поэтому из милости Аллаха, Субхану Ва где Всевышний сказал, «Я «Яумайту бля сараир» – судный день, все скрыто и станет явным. Все скрыто и станет явным. И у каждого из нас должны быть скрытые дела, о которых знает только Аллах, Субхану и которые, через которые мы будем приближаться ко Всевышнему Аллаху, Субхану

по нашим повелениям. Ты не знал, что такое Писание, о Мухаммед, и ты не знал, что такое иман, вера. Однако мы его сделали нуром. Аллах назвал Коран нуром. Посредством него мы ведем прямым путем, кого пожелаем из наших рабов, и поистине ты, Мухаммед, ведешь по прямому пути. Поэтому также Коран это нур. Если мы прожили в этой жизни 30, 40, 50 лет и до сих пор не научились читать Коран, нам должно быть стыдно перед Аллахом Нам должно быть стыдно перед Аллахом Субхану, перед Аллахом, субхану Это менхадж это менхадж, это все нашей жизни. Как мы можем что-то брать второстепенное, оставлять основу? И к Аллаху Субхану наше возвращение, и мы должны скучать بالملتوم اشتاق لاقتناء القران تكّك الله سبحانه وتعالى ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه الله, الله по нему не тот, не اللَّهِ الله سبحانه وتعالى не اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنبه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء